Марафон зеленых дел. Всемирный день охраны окружающей среды масштабно отметили в Дагестане. В Махачкале прошло сразу несколько мероприятий. Одно в прибрежной зоне дагестанской столицы, где активисты убирали мусор. Другое в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь провели конкурс рисунков среди учеников махачкалинских школ. Как все прошло, расскажут наши корреспонденты. Пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, бытовой мусор – все это оставили на пляже отдыхающие. Во Всемирный день охраны окружающей среды от отходов избавляются активисты-экологи. Это очень плохо. Люди здесь выбрасывают и оставляют все здесь. Они забирают с собой домой. Да. Или по пути куда-нибудь мусорку можно выбросить. Баки можно было бы хотя бы поставить, чтобы люди пришли, отдохнули, например, пикник или что они там проводят. И мусор могли потом пойти спокойно в ближайший бак выкинуть. Марафон зеленых дел стартовал у прибрежной зоны Махачкалы в районе поселка Турали. Акцию здесь проводят не впервые. В день эколога приводили в порядок пляж и в прошлом году. Надеемся на экопросвещение нашего народа, на то, чтобы они задумывались о том, что надо мусор за собой убирать, приходя на пляж. Экоактивисты мусор собирают раздельно. Отходы получат вторую жизнь. Однако расчистить пляж – лишь первый шаг к чистоте. Главное – не допустить, чтобы его вновь заполонили отходы. Защитники природы убеждены, такие акции помогают воспитывать в людях экологическую культуру. А здесь же все-таки место такое, где люди сами приезжают, отдыхают. Если люди будут приезжать и свой мусор ставить в пакет и отъезжая метров 200, я думаю, там есть баки. Туда выносить, я думаю, проблемы не будет. Продолжилась масштабная акция в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь провели конкурс рисунков среди учеников махачкалинских школ. Тема – экология. Ребята с удовольствием рассказали о проблемах окружающей среды и о том, как они готовы помогать природе, чтобы ее сберечь. Важно беречь экологию, чтобы показать своим потомкам, какая красивая у нас, какой красивый у нас мир, чтобы земля была, оставалась такой же красивой. Граждане стали более сознательнее, я думаю, потому что в последнее время проводится большое количество экологических акций. Отряды волонтеров-экологов увеличиваются ежегодно. Победители конкурса получили грамоты и памятные подарки. Далее в фойе мультимедийного комплекса состоялась встреча студентов и волонтеров-экологов с сотрудниками Республиканского министерства природных ресурсов. Они побеседовали на тему «Экология начинается с тебя». Такие встречи и акции, по мнению организаторов, помогают научить детей осознанно заботиться о природных богатствах, понимать, как важна экология, и помогать животным. Баумаслова Рамазан Омаров, «Время новостей».